Заслуженная медаль на шее, обсуждение забега сразу на финише, по горячим следам. Позади дистанция в 3 километра. Юрий Сизоненко бегом серьезно увлекся пару лет назад. Теперь в спортивной форме его можно видеть и летом, и зимой. Вместе с коллегами по работе он не пропускает ни одного самарского легкоатлетического старта. Организация с каждым стартом становится все лучше и лучше, это заметно. И видно, что организаторы принимают, слушают участников и делают подвижки в нужную сторону. В легкоатлетический праздник в беге «Мы едины» стал 6-м в серии забегов «Волга-Мэн». Дистанцию для себя мог выбрать каждый. Для детей старт на 600 метров, для начинающих самый массовый забег на самарскую милю в 1586 метров, для опытных бегунов – 3 километра, для профессионалов – 10 километров и полумарафон. Впервые в программе появилась и скандинавская ходьба – вид спорта, который стремительно набирает популярность в Самаре. В беге «Мы едины», как и заявляет название, старт в первую очередь не соревновательный, а объединяющий. Поэтому памятные медали получает каждый финишировавший. На каждом забеге серии «Волга-Мэн» в этом году участникам дают медали со специально разработанным дизайном. Ко дню народного единства на медали изображен князь Засекин. Те, кто выходил на каждый старт в этом году и собрал коллекцию из 6 медалей, награждаются еще одной – бонусной медалью почетного легкоатлета. Все массовые старты поддерживаются и городской администрацией. То, что мы с вами отмечаем этот праздник на спортивных площадках, тоже достаточно символично. Спорт всегда объединял людей. И сегодня, конечно, я хочу пожелать вам успехов на выбранных вами дистанции, замечательно провести время и в дальнейшем всегда принимать участие во всех спортивных мероприятиях. С праздником, друзья! Всего в легкоатлетическом празднике участие приняли 2000 человек из 100 городов России. Организаторы верят, что это не предел, и с каждым следующим годом география и количество атлетов будет только расти. И скоро не нужно будет перекрывать дороги ради забегов, потому что каждый самарец выйдет на старт. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.